Сходила я, друзья, в магазин, набрала кучу овощей. Сейчас все вам постараюсь показать. Тут у меня нарезанный лук стоит, муж мне нарезал, я его просила. Так, первое, что взяла. У нас пока дешевые перцы, я решила их набрать, чтобы нарезать и в морозилку убрать. Вот пакетик еще взяла. Дальше яблоки Прима по 68 рублей за килограмм, перцы по 65, по-моему. Дальше лук. У нас лук очень быстро уходит. И еще лук. Лук вообще прям моментально заканчивается, поэтому лука мы берем много. Дальше что взяла? Помидорки свеженькие. И огурчиков свежих. Салатик сейчас на вечер сделаем. Дальше деткам купила вот столько вот винограда по 98. Что-то дешевая беда. Не по 90 или по 89. Что такое, короче. И взяла баклажаны. Тут пол пакета баклажанов. Показывать не буду. Тоже нарезаю и убираю в морозилку. Легкий способ заморозить овощи. Дальше деткам взяла баранки с чаем попить. И 3 литра молока, 2 литра молока, не 3, и пакет сметаны. Молокосодержащий продукт с заменителем жира. Ну вот попробовать, на пробу взяла, килограммовая, недорого, что-то около 100 рублей. Взяла, посмотрим, потому что больше никакой сметаны нет, а один магазин у нас сегодня закрыт на ревизию. В том-то я знаю, что в магазине есть на развес, я всегда на развес беру сметану. Ну а в этом нету на развес, поэтому пока такой взяла. Вот такие вот все покупки. Хлеба не было сегодня, потому что один магазин на ревизии. Во втором хлеб уже весь разобрали. Без хлеба будем сегодня. В целом, что хочу на вечер приготовить. Муж поставил варить, он гороховый суп хочет. А я не очень, и многие его не едят. Я хочу попробовать приготовить суп-пюре. Из кабачков. Не знаю, что получится. Но я когда-то ела, мне он нравится. А детям, не знаю, посмотрим, понравится им или нет. Ладно, дорогие друзья, убираю все это. А ты что, хочешь виноград помыть? О, Машенька, молодец. Надо что? Виноград? А, хочешь виноград помыть? Ладно, дорогие друзья, сейчас все убираем и будем с вами готовить суп-пюре по моему рецепту, который я подглядела сразу, говорю, в интернете. Да, ребят, смотрю в интернете. Спасибо всем, кто... И будем кексы, тесто, да, ставить. Сегодня еще, да, кстати, тесто на кексы будем ставить. А дети будут мне помогать. Если интересно, оставайтесь с нами. Ладно, убираю все. Так. Нашинковала, короче говоря, лук. Морковку натерла. Картошку нарезала. И кабачки. И достала с подпола кабачковую икру. Это не помидоры, это кабачковая икра. Если что. Будем с вами пробовать варить суп-пюре. И сейчас я еще достану из морозилки. У меня там есть бульон куриный. Мы сделаем его еще сюда. И сырочек достанем. Ну все, сейчас немножко плитка освободится и будем с вами готовить. Так, достала последние два говяжьих куриных бульона. Вот у меня просто когда-то курицу варила на холодец, а бульон остался. Я его в контейнере замораживала. Так все уже использую. Вот последние два контейнера достала. Масло буду в пережарку добавлять. И сливочный сыр у меня тоже был в морозилке. Пока буду жарку делать, он как раз расплавится. Ладно, сейчас ставим сковородку на печку и делаем зажарку. Поставила сковородку, налила масло. Сюда пускай разогревается и чуть попозже добавим еще сливочного масла. Оно придаст вкус очень приятный для супа. Добавила масло и растапливаем его до полного растворения. И оно должно придать вкус сливочный такой. Посмотрим, что получится у нас. Напишите, как вы варите, если кто-то варит из кабачков суп-пюре именно, то напишите, пожалуйста, рецепт. Лучше, конечно, в личку. Так мне удобнее смотреть. А здесь у меня муж варит гороховый суп. У меня многие дети не любят гороховый суп. Поэтому я решила еще кабачковый суп сварить. Посмотрим, понравится им или нет, ребята. Так что вот так вот. Ладно, растапливаем масло и добавляем лук в зажарку делать. Добавила лук и обжариваем до мягкости лука.
лук стал мягким, добавляем морковь. Я положила побольше. Мне кажется, должно дать красивый цвет морковочка. Свою уже морковочку перетираю мелкую, сижу. И вот свою уже домашнюю морковь добавила. Пережариваем. Сыр я нарезала маленькими кубиками. Кстати, напишите мне в комментариях, какой сыр хорошо плавится в супе. Вот это вот был Хайнц. Вкусно, кстати, со вкусом бекона. Даже видны, видите, кусочки как бы бекона. Мы будем его в супе добавлять. Я раньше никогда не пробовала сыр в суп добавлять, поэтому, ребята, я не знаю, какой сыр хорошо плавится. Поэтому пишите в комментариях, помогайте мне. Давайте интересные рецепты супа с пюре с сырками. Но если у меня ингредиенты позволят, то мы с вами обязательно его приготовим. Ладно, обжариваем все. Лук с морковкой у нас потомились. Теперь я добавляю сюда, добавила картошку. И тоже дам немножко пожариться, потушиться. Пусть обжарится. А потом добавим с вами кабачки. И будем тушить до готовности. Пока соли, да что я не добавляю. Потом в конце с вами все соли, приправы и все, что надо, добавим. Пока обжариваем. Так, друзья, добавила все и добавила бульон. Он еще плохо разморозился, но он здесь сейчас разморозится и будет нормально. Кабачки все уже положила, картошечку обжарила. Пусть размораживается, тушится. А мы пока подготовим зелень с вами. Так, ребят, извините, протру немножко. Но это от печки запотевает. У нас уже кипит хорошо бульон, растопился. Ой, я еще немножко, ребята, добавляла это водички. Сейчас мы с вами сюда добавим специи. Сейчас покажу. У меня вот в этой емкости тут соль вкусная в фикс прайсе брала, потом хмели сунели, карри, ну и всякое такое, короче. Тут разные приправы. Кто что хочет, тот что и добавляет. У меня какие были, такие я и добавила. У меня что-то приправ вообще ничего не стало. Надо купить приправы. Все. И сейчас мы сюда же с вами еще добавим, знаете что, сырок, который я заранее нарезала на кубики, мы его добавляем сюда же. И тоже размешаем. Я очень надеюсь, что он расплавится. А вы мне не забудьте написать в комментариях, какие сырки хорошо плавятся в супах. Но нам все равно потом все это блендрить. Поэтому будем надеяться. Зелень я в конце буду добавлять. Хотя можно и сейчас добавить, но я хочу в конце. Чуть попозже. Все. Накрываем крышкой и оставляем еще. Посмотрим, расплавится или нет сыр. Так, дорогие друзья, суп уже вскипел, я его начала взбивать. Сейчас добавила зеленый укроп. Потом все равно мы поставим его еще кипятить, и укроп пропарится. Но факт то, что вот эта вот зелень останется и будет очень красиво. Все. Я уже взбила, я сильно не буду перебивать, для того, чтобы немножко оставить кусочки. Но тогда, мне кажется, будет все равно повкуснее, чем просто жижа. Напишите, как вы любите. Сейчас ставим на печку обратно и попробуем заранее на вкус, чтобы соли... соль надо еще добавить. Сейчас добавлю соли и поставлю обратно на печку. Так, я еще поставила, хочу сделать сухарики. На сковородке. В духовке неохота. Что тут чуть-чуть сухариков совсем. Хлеб просто сегодня не получилось купить. Поэтому вот так вот. Завтра хочу уже побольше сухариков наделать. А сейчас пока вот обжариваем сухарики. А там у меня суп-пюре варится. А здесь у нас гороховый суп варится. Короче, одни супы. Ну, ё-моё. Вот так вот и питаемся, ребят, одними супами. Ладно, готовим. Это шутка была. Все, ребята, сварился суп-пюре. Тут иногда и кусочки могут попадаться, но вот такой вот он у меня получился. Сыр расплавился, ну не очень, но блендером он хорошо сделался. И сейчас будем с вами накладывать по тарелкам. Пока мы с вами накладываем, как раз посушатся наши сухарики. Вот я здесь накладываю. Сейчас наложу и вернусь к вам. Все, наложила суп-пюре. Вот это вот моя порция. Я сегодня еще, кстати, вообще сегодня ничего не ела. Что-то день прошел, чай в основном пила.
Да, чай пила. А нет, еще помидорку съела одну и все. Ну, сейчас поем как раз. Так, все, сейчас немножко пусть подостынет, потом положим сухарики, они как раз у нас подсушатся. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Все, сухарики подсушила. Пойду их кормить, ребята. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Сухарики, конечно, еще у меня остались, на потом. Ну, тут еще и супа осталась по кастрюле. Все, пошли мы пробовать суп-пюре.